Начинаем пресс-конференцию по завершению матча «Торпедо Белас» «Динамо Минск». Слово с короткими выниками матча мают головный тренер команды. Начинаем. Сергей Витальевич Буренко, «Динамо Минск». Пожалуйста. Ну что по игре. Мне игра понравилась. Я считаю, две команды провели хороший матч. Оба соперника хорошо знали друг друга, знали сильные и слабые стороны. Вот, моменты были как и наши ворота, так и у нас были хорошие моменты. Но опять же говорю, моменты создавать одно, но надо реализовывать. Ну и конечно, хотелось бы, чтобы такие матчи более квалифицированно подходили. Мы конкурируем с Витебском, к нам приезжает витебский арбитр. Перед этим судит Круг, который только на мою память. Ну, короче, я заявление написал, когда об уходе из этого судьи. Я понимаю, он последний год, он уже на пенсию сейчас уходит. Ну, будет инспектором, видно, знат. И вот этого судью Витебского делегируют на европейские матчи судить. Вы посмотрите на его. Посмотрите, какой шмолик был. Приятно посмотреть. И вот это бегает. Вот и все. А так, в целом, я скажу, добротная игра. Конечно, хотел бы, чтобы, может, еще больше зрителей было. Все равно. Игрой я доволен. Дякую. Главный тренер команды «Торпедо Белас» Олег Михайлович Кубарук. Леласка. Ну, здесь, что касается игры, здесь я согласен. Только хочу добавить, что, наверное, если бы кто-то забил, было бы, наверное, немножко несправедливо, потому что в целом равная игра. Но, знаешь, всегда хочется выиграть свои моменты, ты оцениваешь всегда как-то по-другому. Но если брать в целом, то мы ожидали, что примерно такая игра будет. И скажу, что мне не с чем упрекнуть свою команду. И скажу, что две играли команды, которые хотели выиграть, но учитывая то, что через два дня на третий играешь, вот это, наверное, исполнительское мастерство, наверное, подводило, потому что это не только, что через два дня на третий тяжело играть, а учитывая, какие поля, да, и какой уровень сопротивления. Поэтому здесь, наверное, качество в атаке чуть-чуть командам не хватило. Дякую. Коллеги, питание Кириллоска, головным тренером. Кириллоска. Мастерков, трибуна, Олег Михайлович. Команда за такой короткий отрезок была матч с лидерами. Успел ли команда должным образом восстановиться и подготовиться к матчу «Динамо»? Вы меня не видите, наверное, не слышите. То, что если постановились, может быть, и кто-то. Ну, были бы голы. Лично мое мнение. Хотя. Еще раз говорю, что в таких случаях говорят, что оборона сыграла лучше. Не хватило свежести в атаке. Плюс тебе коротко. Плюс вратари сегодня, скажу, что были, наверное, лучшими в команде. Можно так сказать. Еще питание Кляска, Владимир Пирог. Владимир Пирог, призвал Сергей Тарович, к вам вопрос. Вот на прошлой пресс-конференции здесь Олег Михайлович, когда обыграл «Шахтер», сказал, что это не значит, что мы сделали плохо «Шахтеру», мы играем в первую очередь за себя, в таком плане, но мне трудно предположить, что для вас ничего не значило сегодня игра в Солигорске, «Шахтер» и «Витебск». Вы перед этим матчем уже знали результат, то есть команда знала, как-то доводили до нее это, или старались отгородиться от того, как там сыграют конкуренты. Проверьте, еще 5 туров, осталось 4 тура до этой игры, я понимал, что там никакого шапки заклинателя не должно быть. Там все только победа и все кровь из носу. Вот. Даже тоже очко, но я считаю, что мы в этой стратегии мы никого далеко не отпустили. Сейчас основной матч в Витебске. И еще все-таки, поверьте мне, 4 тура это не так мало. Олег Михайлович, вам схожий вопрос? Это ничья, то есть стратегически? Потеря или как? Стратегией занимаются те, кто перед нами, да? А мы здесь просто пытаемся вскочить в последний вагон и, грубо говоря, не отпустить конкурентов. Все-таки, когда несколько команд бьются за что-то ценное, да, может быть, один кто-то и выпадет, споткнется. Но вот это, наверное, и есть наши и Бреста шансы.
то, что кто-то может, одна команда начнет исправно терять очки, тогда мы можем отбегнать. А при, так скажем, наборе постоянных очков, тут у нас шансы не только теоретически. Дякую. Еще питание Келаш, Владимир. Ну, я, наверное, может быть, обоим тренерам будет вопрос. Действительно, равная игра, достойна друг друга команд, плотная игра. Но мне не показалось, что она была довольно грубой. Но столько свистков и столько карточек. Было ли обосновано 6 предупреждений и свистки этих в центре поля, когда можно было, казалось, давать игра команд? Здесь не хватает одного человека в желтом. Это вопрос к нему, но не к нам. Квалификация. Без комментариев. Есть еще, коллеги, питания? Есть, Калиласка? Сергей Витальевич, после «Зенита» «Динамо» выиграл только три матча из 10. Что случилось с командой? Ну, я уже, если вы не помните, уже говорил про это. У нас обновилось по ходу сезона, мы форсировали подготовку к Еврокубкам, вот этих новых ребят. И понятно, что не случится большой спад. У нас 5-6 человек постоянно в основе играют новых игроков, которые пришли. И вы не представляете, как это трудно сыграться, то есть прийти всем к одному знаменателю за этот короткий период. Поэтому и травмы, потому что не готовы. Травмы как раз именно у тех ребят, которые форсировали эту подготовку к этим матчам. Те ребят, которые со мной прошли, все живы-здоровы, все играют. Калиласка. Фатай загнили из-за повреждения, можете уже... Будем смотреть, что там произошло. Я надеюсь, что может просто спазм схватило так вот, потому что и поле тяжелое. И я говорю, эти ребята новые, кто пришли, они не готовы играть так, в таких режимах. Те же ребята, берите Яха, там даже Копленко много не играл, но он все равно всю игру от этого. Вот. Ну все, и Шева, и все ребята нормально как бы держатся. Немножко ты тоже предвидел, что будет, могут играть в три против нас. Вот. Но по мне тоже смелая была схема вот использована, потому что фланговые игроки, они по мне не классические защитники. Правильно? Вот. Я считаю, была такая достаточно смелая схема. Понятно, что нас анализируют, смотрят, что мы много мячей забиваем по центру, поэтому насытили центр. И я хотел именно, чтобы и Корзун, и Хай, это должны были быть игроки, которые бы входили бы из глубины. Вот. То, что фрагментами как бы и было, и получалось. Вот. Но это фрагментами, это не очень, не так просто найти хорошего уровня игроков, которые из инсайдных позиций могут туда вбегать. И еще надо еще передачи снабдить. Но в целом я считаю, что у меня к ребятам нет никаких претензий. Есть еще питание? Калиласка. Сергей Витальевич, вы уже сказали несколько слов о судьях. А есть в чемпионате Беларуси арбитры, чьей работы вы Были. Шмолик. Наталья Сергеевна, обычно что? Есть еще питание? Нема? Давайте подякуем головных тренеров за змястовную пресс-конференцию. 10 хвилин.